мальчишек вот сюда много приходит играть и футбол, то есть и волейбол. Обещали, что будут хотя бы крючки для сеток. То есть можно, в принципе, даже двумя домами скинуться, купить сетку и повесить. Но ни крючков, ничего нету. Постоянно отваливается вот эта вот дверь входная в решетку. Ну, горка, сами видите, то есть качели, в принципе, мне, допустим, опасно с качелями на горке. Качели должны вообще где-то в отдельном месте стоять. Они у нас быстро отвалились. Горка вот эта сама по себе уже давнишняя, то есть она должна быть хотя бы чуть-чуть вкапана, сами видите, там уже яму, уже родители сами засыпали яму, то есть дети скатываются, и вот в эту щебенку плюх. Мы писали на добродел в администрацию, приехали, насыпали песка, вот чуть-чуть вот его раскидали, буквально это месяц назад было, собрали щебенку, но опять же она вся вылезла, тут нужно покрытие. У меня тут был даже один плохой очень случай. А что с тобой случилось? Тут стояла горка, я скатился, и у меня остался шрам. Угу, а ты, получается, ногой зацепился за горку, да, за железный край? Да.